том, обратите внимание на ответы, касательно просто Господа сообщества, и, конечно, вам это тоже, то и нет, чтобы на них останавливаться. Один слайд по поводу общества, недавно не помню, ну, как все мы знаем, эти организации сейчас мы в разных странах, и там это называют отделениями, чаптерами, конечно, понятно, неправильно, поскольку это самостоятельная организация, которая всегда работает по принципам, словам, законодательства. У нас такая организация существует, насчитывается 24 члена, имеет статус организации общественной пользы, что очень важно. За счет этого можно получать 1% от подоходного налога, от каждого налогоплательщика, который проживает, сделать противоречивые. С договором отчета можно указать, на какую организацию финансовые отделы перечисляют средства. Польская организация за последний год получила средства на 5 миллионов рублей перечисла. Но благодаря этому, впрочем, я мог приехать на эту конференцию, где прежде конференции. За счет этого, впрочем, там тоже написано, можно прочитать, мы выделяем тоже стипендии для иностранных участников движения «Дегименты». Теперь я просто не даже вам тоже выделить стипендии, которые действительно внимание вашим проектам. Вот, это все, что я хотел сказать как о стипендии, а сейчас перейдем к основному вопросу. То есть, это вам интересно забрали, просто существует, и я дам 2042 года. Но, конечно, надо попытаться разрешить этот вопрос, с такими трудностями и суммами. Как бы вы захочете связаться с драконом, но не знал, что он, на самом деле, как и на вы. Вот. Почему такой вопрос? Я тоже вот когда разговаривал во время фильма «Перерыва», мне кажется, что этот вопрос назрел тоже среди русской Википедии. Что Википедия находится на каком-то переломном этапе, переломной стадии. То есть какой-то процесс уже завершен, причем тоже Герсон про это говорил, что она, как он сказал, сформировалась, но перед ней не стоят возможные изменения и даже революции. Здесь мой тезис такой, что дело не в том, что вдруг Википедия стала более некачественной, а в том, что в такой обыденной работе, допустим, моей, я уже не посвящаю практически времени на то, чтобы отслеживать списки изменений. Там очень мало, здесь нет уже степени вандализма. И поэтому не надо тратить время на такие, ну, я бы сказал, очень обычные практики. А можно подумать уже о том, чтобы улучшить статьи. Но чтобы улучшить статьи, да, нужна какая-то работливая, нужная, скучная работа. Впрочем, тоже было сказано, либо умение работать источником, то, что вырабатывает участников ВИКа, и это время посвятить как раз на улучшение качества ВИКа. Этот подход тоже вот, очень необычный и связан с тем, что он противоречит такому распространенному, может быть, тоже в России понятию, который вначале был очень известен, что Википедия — это очень развлекательное и даже несерьезное мероприятие, сделается для забавы. И в чем вопрос? Вопрос в том, что нужны кадры, которые умеют улучшить Википедию. Нужны новые кадры. И мне кажется, что это, конечно, одна из двух причин высказываний, но намного меньше, дело тоже в уровне того же вопроса. Сообщество Википедия друг другу и новичка. Что, мне кажется, является недостатком уровень доброжелательности невысоким, а скорее наоборот, поэтому я на этом не буду останавливаться, поскольку это тоже очень глубокая широкая тема, с которой можно очень долго говорить. Основной структур на этом, откуда брать карты? Тут тоже это перекликается с тем, кто может заниматься и является Википедия, образовательным ресурсом и так далее. Я посмотрел, у нас есть такая страничка Википедии, абсолютно доработанная, и участники могут заявить, сами себя, каков у них ценз на лучшие. То есть, кто из них, там, конечно, начинается от начального образования, конечно, не столь существенно,
На самом конце мне можно было заявить премию ученого среди кандидата наук, доктора наук или звания профессора. Из участников активных около 1500 польских Википедии рискнул, я расскажу, что специально рискнул, заявить, что они профессора 5 человек. Причем активно работают только 2 человека, что они доктора наук, они активно работают, кандидатов наук 50 человек активно только. Это тоже очень интересный вопрос. Как можно бы привлечь, надо привлечь работать специалистов в Википедии. И захотят, я могу прийти в ВКУ, тоже обращаю внимание на те данные, которые были показаны, что очень многие преподаватели отрицают использование Википедии, тоже довольно многие даже запрещают пользоваться Википедией. И в самом конце, здесь тоже есть график, который как-то перекликается с тем, откуда брать новые карты. Это динамика изменения количества участников до октября 2019 года. Тут сделана какая-то аппроксимация, что-то я сделал в Excel, там нет какой-то серьезной обработки. Это аппроксимация по номерной. И как видно, что желтые прибывают. В этой аппроксимации наблюдается спад количества участников, начиная примерно с 2000 года, что было показано на английском языке. Зеленые — это новые, без тоже. В русской Википедии я сделал такое замечание, пока в этой аппроксимации почему-то показывается возможный рост уже живы. Но поскольку это на границе, да, конечно, там возможно сильная прогрессия. Если появится новый данный, может оказаться, что здесь тоже будет наблюдаться спрос, так что кажется, что так на самом деле есть. То есть мы представим перед картиной, что участников будет все меньше и меньше, новых будет тоже все меньше и меньше, а Википедия как вам будет требовать лучше. И какой ответ на этот вопрос? Ну, конечно, однозначно невозможно. Срок очень длинный, 10 лет, Википедия сейчас будет только 10 лет. Как мне кажется, это мое чисто субъективное собственное мнение. В ближайшие 3 до 5 лет количество активных участников примерно постоянно. Благодаря тому, что все-таки новые будут появляться. Качество определенной степени будет расти. Но потом будет наблюдаться спад количества новых участников. А затем активный человек. Это перспектива десятилетия. И все-таки Википедия будет идти в управлении завершенного мероприятия, но может стать ресурсом для создания какого-то нового построения. Тут я написал специальную такую, мне кажется, правда, научную фантастику при помощи искусственного интеллекта, на который все говорят уже 50 лет, и пока его не видно, но, возможно, в какое-то ближайшее время даже для нашей жизни он появится. В самом конце, откуда взялась практика 2042 год, наверное, думаю, большинство додумалось, это связано с романом «Война», причем «Москва» 2042 год. Я ношу какие-то, опять же, судебные свои личные аналогии. Там они все перечислены, выложены нам материалы, можно прочитать, может быть, как-то тоже обсуждать. Спасибо.